финала сезона 2016. Ванёк! Вот этот чувак! Ваня! Я не слышал, что ты там сделал! О, боги! Анастасия Андреевна тоже наблюдает. Как тебе, Ванек? Шумный, дымный. Слишком шумный и дымный, да. Чувак, да? Носочки беленькие. Я тебя поздравляю с открытием сезона. Какие планы на этот сезон? Я бы хотел на Байкал смотаться. На Байкал? И на Эльбрус на моте подняться, ты забыл. Ну, не на моте. Дамы и господа, это фотопробег. Круто. Это шрамы бойца. Горячий пипец. Много подарков и призов. Черепахи. А сейчас Павлов Иванна проведет небольшую экскурсию по мотоциклетному миру. И расскажет, какие тачки, мотоциклы крутые тут собрались. Давай, Ванька, начинай. Легенды всякие нам показывай. Начнем с самого пацанского мотоцикла, который хотят все. Ага. Самый пацанский мотоцикл, который хотят все. Буду повторять на всякий случай. Это что? О, господи, это Yamaha R1. Yamaha R1? Да, и чем же она хороша, Вань? На нее все шкалота. Дизайн у них очень возрастный, ну, сами видите, да? Вот это, да? Да. Но по мощности, что там по мощности? 150. Ага. Всего там плюс-минус в зависимости от года. Ну, где-то 150 сил. Я... Масло жрет, вот, одна из бедов, вот, ее масложоркой называют. Ну и вообще, мод не прущий. Из всех литров это самый один из самых слабых. Но за счет дизайна его хотят все. Вон тоже R1 вижу, Yamaha. Это 6R? Да, это ZX6R. Это по новей твоего получается? Да. Это год 4-6. 636 кубических сантиметров. Самый неубиваемый двигатель из 600, так считается. Следуем за Ваней Павловым, чопером. А это, собственно, король дорог. Покоритель пространства. Харли Дэвидсон, Электро Глайд, электричка просто народная. Чем он хорош? Музыка. Музыка. Комфорт, я смотрю, просто офигенский. Сел, поехал, как дома сидишь. Это Honda Goldwing. Голда в простонародье. Один из лучших мотоциклов на дальнобой. Оппозитный двигатель 1.9. Уровень комфорта бок. Просто можешь сам подойти, посмотреть. О-о-о! Существует такая даже... Ты посмотри, аудиосистема прям на месте, да? Ёшкин, климат-контроль. Это просто, говорит, для дальников лучший автомобиль, лучший мод. Дом. В машине столько кнопок нету. Существует такой прикол. Типа, если вы упали на голде, в первую очередь выйдете из мотоцикла. Если ни дождь не попадает, ничего не ветер. И такая, я думаю, несколько лямов, да, будет стоить? Завода сейчас новенькая, да. Это машина. Можно наблюдать, Suzuki Jigsaw. Прет зверь, конечно. Это ты еще сильный, что ли? Нет, это... Артём. А эту как ты прокомментируешь, Ваня? Chopin Brabus GT. Куда? О, класс, тачка. Ниндзя ZX-10. О, это Ванькина мечта. Нет, это сын моего мотоцикла, так можно сказать. Литраж. Вот. Ага. То есть, как отличается? 900 кубических сантиметров. А тут литр уже. Литр, да, 1000 кубических сантиметров. Он мощнее, он маневреннее, но для туризма он вообще не бесплатный. Ну, я тебе должен сказать, цвет зелененький Кави больше подходит. Это вот чисто спортивный для трека, так сказать. Мой более утилитарный. О, пошли. Ну-ка, Ваня что-то заметил. Это Yamaha WebMax. Своеобразный 4 цилиндра, мощность за 200. Он расходует топливо с таким аппетитом просто. Но что касается, это именно создавался напрямую. То есть чистокровный дрекстер. Чтоб 402 метра, нет мотоцикла, который его, так сказать... Это американец? Нет, это японец. Японец. Да, но он сделан по всем канонам, грубо говоря, американского стиля. Вот такую бы я себе, конечно, взял. А ну-ка. Я здесь не заряжу. First things first, it's time to shake ground in the eighth round. Box battle, I'ma break down for the beat in the rock tone. Checking the cyclone, FCR, yes, yes, I know. Back in, back in, back in, put a mark on.
народ на своем моте. На этом, я думаю, закончим открытие мотосезон 2016. Было весело. Пока-пока, увидимся в будущем. Давай, Ваня, счастлив девушку! Ну как ощущения? Молодец. Вторая пошла, Ваня, ты сегодня популярен. А вы что, близняшки что ли? Нет. Ой, так похоже. Давай, Вань, третья, Бог любит троицу. Ну что, берешь мужья? Вперед, Вань, нормально. Давай, Ваня, давай! Людей делай счастливыми. Ваня решил еще и парня осчастливить сегодня.